Снова здорово! Меня зовут Артём, и я не очень хочу рассказывать, что было в четвертой серии пятого сезона «Рика и Морти». Если максимально коротко, нам показали путь одного сперматозоида Морти до яйцеклетки Саммер. То есть 20 минут инцеста. Подробно проговаривать этот половой акт я отказываюсь, поэтому этот рекап передаю в хвост моего ассистента, который проведет вас по пути семени. А я пока попью кофейку, но сначала... Хочешь знать, откуда берутся рекапы? Тогда подойди поближе, и ты увидишь истину. В их создании помогают наши бро, Кофикс, официальный спонсор видеорекапов. В кофейнях вы можете выпить всяких напитков в стиле Рика и Морти, вроде детокса «Огурчик Рик» и лимонада «Напиток Рика номер 9», а также купить майки, носки, поп-сокет и другой мерч с героями мультсериала. Спасибо, ассистент Липко. Новые серии смотрите по понедельникам в 23:50 в озвучке Сыендука на 2x2, а более подробный разбор инцеста ищите на 2x2 медиа.